Сегодня наш выпуск новостей посвящен трагедии. Утром при взлете в аэропорту Нарьян-Мара упал пассажирский самолет ТВС-2МС. Он летел в направлении Хруты по расписанию. Авиакатастрофа произошла через несколько секунд после взлета. Звонок о происшествии поступил в единую диспетчерскую службу в 10:30 по московскому времени. За считанные минуты к месту крушения в экстренном порядке выехали пожарные, спасательные, правоохранительные и медицинские службы. Началась эвакуация пассажиров и членов экипажа. Подробности трагедии в репортаже моей коллеги Валентины Чибичек. Это видео появилось в интернете буквально через полчаса после авиакатастрофы. На нем хорошо видно, как Ан-2 начинает крениться вправо, а затем стремительно падает вниз. Это произошло сразу после взлета. Пассажирский самолет совершал обычный рейс по маршруту Нарьян-Мар-Харивер-Харута. Через 6 минут после звонка в единую службу 112 на место происшествия выехали экстренные службы, пожарные расчеты, спасатели, сотрудники полиции и кареты скорой помощи. Добраться до места крушения удалось сразу же. Самолет упал недалеко от взлетной полосы. Пострадавших эвакуировали одного за другим. Всего на борту находились 13 человек, 2 члена экипажа и 11 пассажиров. В приемное отделение Ненецкой окружной больницы доставили 12 человек. Одна женщина 87-го года рождения скончалась на месте. Глава региона Александр Цибульский выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе. Это трагедия, которая произошла, беспрецедентная. Значит, сейчас будет организован штаб, который я лично возглавлю. Постараемся оказать всем пострадавшим максимальную помощь. Ну а всем остальным постараемся оказать максимальную поддержку. Поддержку родным и близким оказывали психологи. Они работали в приемном отделении. Пока пострадавших обследовали, пришло новое известие. От полученных травм скончался 4-летний ребенок. Как нам стало известно, родители отправили его на Новый год к бабушке и дедушке. За жизнь остальных пациентов врачи продолжали бороться. У многих из них диагностировали тяжелые скелетные и черепно-мозговые травмы. Спустя 5 часов в списке погибших появилось еще одно имя. Литков Игорь Николаевич хорошо знаком жителям округа. Опытный сотрудник кооператива «Харп», неравнодушный к жизни своего родного поселка Красное, факелоносец эстафеты Олимпийского огня. Он летел в Харуту на похороны. На предыдущем рейсе ему не хватило места. Пришлось взять билет на 19 декабря. Для спасения выживших в авиакатастрофе сотрудники МЧС предложили организовать транспортировку в столичные больницы. От МЧС, соответственно, поступило определенное предложение. Сейчас проходило заслушивание Национальным центром управления в кризисных ситуациях в Москве для необходимости оказания всесторонней и квалифицированной помощи тяжело больным, тяжело пострадавшим. Значит, министерство готово направить борт для проведения санитарной эвакуации. Помощь окружным врачам действительно понадобилась. В 15:40 в аэропорту Нарьян-Мара приземлился специальный рейс. На борту хирурги, нейрохирурги, травматологи и анестезиологи. С ними все необходимое оборудование. Прибыли специалисты из Архангельска, это 10 докторов, нейрохирурги, травматологи, хирурги, сосудистые хирурги. В настоящее время идут операции, подняли еще 2 пациентов на операцию. Сейчас готовятся к транспортировке наиболее стабильные больные, тяжелые, но стабильные больные. Прибывшие специалисты приняли решение о госпитализации в Архангельскую областную клиническую больницу. 3 пациента отправились в столицу Поморья вместе с врачами. Леша, давай, Леша, мы тебя любим! Родные и близкие не покидают приемного отделения ни на минуту. Ждут хороших вестей от лечащих врачей. На харутинском рейсе летела учащаяся нашей школы Ирина Манзадей. Она летела на каникулы домой. Школа занимается отправкой детей по населенным пунктам округа. Вот одна из наших учениц летела на Новый год. Как самолет упал, так сразу приехали, конечно. Причем, когда он был перед взлетом, я еще разговаривала. Это летела моя подруга детства, моя лучшая, как сестра, родные. По словам руководителя Нарьян-Марского объединенного авиаотряда, предварительной причиной авиакатастрофы является отказ двигателя. Самолет, находясь в процессе взлета, потерял скорость и столкнулся с землей. По факту жесткой посадки следственными органами Следственного комитета по Архангельской области Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело.
На месте крушения Ан-2 работают следователи. Сейчас их главная задача – выяснить, что именно в полете пошло не так. Эксперты обследуют не только обломки, но и допрашивают сотрудников аэропорта, чтобы узнать, как соблюдались правила безопасности полетов и есть ли в случившемся вина наземных служб. Валентина Чибичик, Владислав Носкин, Леонид Шишелов, Сергей Качегов, Александр Дуркин, телеканал «Север».